Йоу, мазафака, ребята, привет, с вами Виталий, на связи, как всегда, Семён появился вот наконец-то на связи, ну и, как говорится, как всегда, Миша, да, катается тоже со мной, ну, на связи. Сейчас, короче, мазафака нига, бляха-муха, у меня Семён убил на своей золотой БМВ, просто расхерячил, вот я. Сестра меня реанимировала. Сём, отойди. Сейчас приедем. Давай, что это за, блин, хрень такая? Мы заправляемся. Ну, зашибись. Едем. Вот, слышите, это казино, я так понимаю, монетки, да? Нарисованные. Казино монетки. Я не знаю, мы с вами едем еще. Я какой-то знак подобрал. Не, никакой я не подобрал. Это. Тут, короче, какая хрень, ребята. Появился БУ рынок и добавили наконец-то, вроде как работает уже казино, потому что я болею, у меня уже мешки под глазами, я уже не могу спать, жить и вообще мне нужно казино. Да. Ждем пацанов, я не знаю, наверное, бабка сосед, ну, не быстро приехал, хорошо, не буду на тебя нагонять. Я думал, ты не увидишь. Ну да, ты хотел меня задавить опять, переехать. Переехал меня, да. Три раза, блядь. Куда ехать? Ну поехали в казино, Миша, ну иди. Она закрыта почему-то, может она там, на туре ВВС. Ой, в этом, понял, куда, где мы были там. Ну вот, налево, смотри, вот значок, что-то слева, работать должно. Не, закрыто, поехали в сейф, помнишь, вот где ты разворачивался, это машина стояла, но монет не было. Сейчас есть. Слышь, ну, в это... В обновлениях вот этих вот не было написано, что есть казино. Там было пофикшено казино написано. Пофикшено, и нихуя не фикшено. Ну ты почитай в обновлении. Да не, ну я понял, я читал уже, говорите, ну там нихера, оно не работает. А, то вы типа думаете в ЛВ вот этом, да? Ну да, там мы подъезжали, много машин стояло, что там сделали. Движушечка, там все драчуникают на это казино, блин. Мне так. Пацанчик предлагает за гелика 150 тысяч и мэрина какого-то. Такая вот тачка. Так, Е660, ЕС-66. Неплохо. Сёма сегодня барышню задавил, а не мужика задавил на выезде. Если чё, подъедете к мужику там с другой стороны, другой выезд с этого города, там, возле пляжа, да? Там это, спросите у него, как он выжил после этого. Он реально лежал под машиной, этот бот. Потом еще нам дверь открыл, этот шлагбаум открыл. Ну да, еще лежа открыл шлагбаум. Вот, опа, чики-пики. Они здесь казино сделали. И че, блядь, не казино? Нет. Блядь, ты прикинь. А че за хуйня? А где, че они на тачке тут стоят? А че тачки до хера? А ну подъедь сюда, посмотри, че там. Стой. Настоящие? Да. Да, настоящие. Настоящие, и вот настоящие. Подожди, вон там, вот где вывеска, где вот на дипломе, там нет? Да я думаю, должен быть знак какой-то. Ничего, не, нихера, здесь тоже ничего. А поехали чуть дальше, туда прямо, вглубь заедь по этой дороге. Какая-то бредятина. Я тут хотел бабки все же просрать, блин. Ну и нихера, смотри. Вы что-то, ребята, простите, я нервничаю сегодня, блядь. Уже почти неделю, ну, короче, ну, типа, бизнеса имею, блин. Ну, бот стоит левый, короче, кто-то, походу, с админов, либо с хелперов, кто там имеет доступ, либо какой-то там, как говорится, подмастерыш админский. Это, как говорится, имеет бота в моем бизнесе, да, который я купил с ГОСа. Ну, круто. Я пишу, бля, им уже сколько. Ну, да, это вот дня 3-4 уже, как говорится, мы общаемся вот таким вариантом. О, слышь, а ну подожди, тут ничего нету. Что-то такое ощущение, когда мы в Лас-Вегас попали, одно казино. Это типа как обитель зла, да, там, когда вот это вот Мила Йовович, там, заехали они в Лас-Вегас, типа. Короче, поехали, ну его нахер, этот город в задницу. Поехали на БУ? Поехали, ну, наверное, на БУ посмотрим. Ребят, сейчас мы, да, поедем на БУ, посмотрим открытие. Там куча движуха людей, народу.
Мало там кислороду, конечно, ну что поделаешь. Где казино? Угу. Видишь, нихера. А ну сейчас посмотрим. Первый. Так, Тимур Котов. Не Слава Громов. Не Виталик. Не Алекс Рич. Так, Никита. Не. Да, короче, даже Тому Вегасу нету смысла писать. Он тоже там. О, подойди. В принципе. Я сейчас Джон Стару напишу. А ну спроси у него, кстати. Да, Ванёк, тебе привет, кстати, Джон Стар. От пацанов на золотой BMW. Это мы у Давидыча ее отжали, короче, сейчас катаемся. Ну, только у Давидыча была пятерка, это Е60-я. Ну, а мы ее немного, как говорится, растянули, сделали F10-ю. Короче, пацаны валят меня. Пока Давидыч в тюрьме? Ну да, мы катаемся пока на его тачке, бережем. Ну, как говорится, если бы она была в моих руках, она бы была бы сохранена. А так она... Она... Хочешь сказать, что она в моих руках не сохранена? Это... А так она говорит, в руках... А? Да, он говорит то, что не открылось. А, еще не открылось? Завтра, скорее всего. Какой у него ID? 3. А. 3. Тебе привет. Ты мужика сбивать будем? Передал. Не, давай не будем, давай будем аккуратно. Пример подадим другу. Чарли. Теплеты, ага. Так. Топим. Гарри, Гарри. Вот сейчас бы сюда вот эту вот Ламборджини. Хотя тоже один хер бы, блядь. Сейчас бы где-то слетел бы, блядь, в воду и вообще похерел бы. Сейчас на пафосе подъедем. Мы на БУ. Мы на открытии БУ. И чё, всё, открылся уже сарай? О, да, поехали. Я выскакиваю. Дай выпрыгну, дай выпрыгну. Да, слушай, все равно машина закрыта. Миш, он спрашивает скайп. Чей наш? Да, но я не могу, честно, простите, я не могу просто свернуть, меня, блядь, залагает по пиздецу. Ну, давай свой чей. Кто сможет добавить? Сейчас я напишу свой. А я не могу. PM 3. Сейчас я ему напишу. Сейчас Миша на та... Открыли, пошли. Банит. Все, пацаны, идем, короче, покупать тачку. Я сейчас, я уеду, чувствую на тачке, блядь. Сейчас я сверну. Охереть, ну я на крутой тачке, конечно, уеду, нихера здесь нету. А ну смотри, вот смотри, цены. Ух, нихера себе, Лансер 50 тысяч. Этот, а Рейндж, это, кстати, а чё Рейндж без цены? Я не понял. А ну, я все с него могу идти? А, вот. Цена 140 тысяч, охереть! Это Рейндж? Блять, спорт вот этот, вот который на кабана заменили. Тесла 150, прикинь. И пишется пробег. Давай вот. Лимузин! А лимузин сколько? Там... 700. Покупай. Какое 700? А, ща куплю. Полтора миллиона, ты видишь или не? Какие полтора миллиона? Цена 700 тысяч. Где? Вот, нажми Alt. Продается цена 700 тысяч. А ты нажми F, типа сесть в нее. Хуя! Я тебе говорю. Короче, ребята. Вы серьезно? Да. БУ рынки отсасывать будет, я вам говорю. Сейчас люди будут сдавать чисто тачки в БУ, сюда нормальный рынок. И все. И те БУ частные просто отсосут по полной. 150-165. Ни хрена себе. Да, а Тесла стояла, сегодня стоял, продавали ее за 100. А что если нажать продать автомобиль? А, ну посмотри, оно тебе предложит сумму, типа. А ты там выставь свою, попробуем. Сейчас скажу, сколько за Бэху дают. А ну, за Бэху 105 тысяч дают. Слышишь? Так давай, продавай, если хочешь, конечно. Нет. Нет, ну так тогда не продавай, нафиг оно тебе надо. Брабус продают. Что, выставил он уже, да?
похоже, сейчас идет продажа. А ну, и сколько? Алло, Виталий. Чё, бля, так нахер? Виталий. Вот, а. Это, слушай, как ему к нам подключиться? Потому ну, что просто... Вдвоём... Ну, я конфу поднял. Добавь его, я позвоню ему, и всё. Да? Кстати, да, ну вы там сориентируйтесь, потому что я никак сейчас. Угу. Смотрите. Ну, давай сейчас это, всё, он твой... Я вас скинь, только умоляю, я вас умоляю, скайп не сбрасывайте, потому что у меня свернется игра и все, жопа. Да я не буду сбрасывать. Вот, вот этого вот, кто это такой владелец? Владелец чего это такого? Ветер свободы, ооо, аренда катеров. Вот, ну, вот каким надо быть кретином заехать на своем газоне сюда, поставить его? Какого хера вообще? Ты, нет, самое главное на диски посмотри. Так не, ну это говняные диски в натуре, это большой автомобиль и, ну как, не, диски классные все, но они маленькие. Честно, я, как говорится, там не спец, ничего не это, ну просто... Ты ему скинул мой скайп? А, это, сейчас я тебе это его скайп скину в ВК. А, скинул. А лимузин-то за 1.5 миллиона ушел? Да, уехал. Виталий Бунта, Бунты, как то там правильно что-то. Чувак, ты реально, ты... Нехорошо делаешь. Все уехали, забей. Бред. Лучше бы, знаешь, типа сделали, как было же на этом. Эрик. Ты нормальный, не? Эрик. Все, ну я тебя отправил. Угу. Стой, ёб твою мать. Да, ой, извините, я дубинку взял. Стой. Короче, я так понимаю, ребята, я правильно все понимаю, блядь. Это администрация, которая по, наверное. Эрик, можно вопрос? Можно вопрос по поводу бота. Все, я добавил. Пусть примет у себя. Сказали тебе писать. Сказали, ты шаришь. Эй, ты чё? Он, наверное, свернул игру, побежал чай пить. Печеньки. Нет. Так он такой дедок, дедок шарит, старенький. Пишет что-то, сейчас напишет мне, пошел ты на уй. Я не сказал букву Х, я просто написал на уй. Блять, там Боб чужой, сука, стоит. Я вокруг дерь. Могу им управлять. Так, он меня добавил? Да, добавил. Неделю сижу, бля. Че? Скорую вызвать. Добрый вечер. Добрый вечер. Ветер. Пополнение. Да, это если я так правильно понимаю, Джон Стар, который предводитель полисменов. Да, именно так. Именно, ребята, да, вот тот же самый человек, который вот дрючит всех копов, молодых сержантов, лейтенантов, кто там еще. И то он их всех вот наставляет на истинный путь. Как вот это, блин, ну не буду я сильно так богохульствовать, да, который как Ной, да, вот их спасает, их там. Все, фу, я вот это гадости мирю. Да. Ну факт в том, что не красавчик, в принципе. Ты был этим блин, директором, короче, там, где вот эти вот самолеты, да, вот это авиа, как оно? Угу. Скажи мне правильно, как оно называется? Федеральная авиационная администрация. Ага, вот, поняли, ребята? Потому что я никогда не мог себя выговорить. Я говорил, это, этот, аэропорт и все. Авиапорт. Да. Или аэропорт, правильно, все, да. Мы туда даже, помню, как-то приезжали.
Ну круто все было, классно все. Мне честно понравилось. Я хотел, правда, пару раз спиздить, своровать вертолет. Ну, первый раз я взлетел и вернулся, а второй раз думаю, сворую. Ну как бы, ну, а потом думаю, блин, ну жалко, реально, как-то так вы организовывали, классно все. Ну хотелось экстрима, драйва, знаешь, вот. Все хотели. Да. Не, ну мне понравилось. Я летал, между прочим, даже на тот остров, который там где-то. Я, правда, ничего мне это не видел, но факт в том, что я летел, я понимал, что я куда-то лечу, блядь. Смотри, как можно тебя называть? По-игровому лучше, да? Да не важно, можешь Ваня просто. Вань, смотри, у меня такой, блядь, вопрос. Купил я вот... Вот смотри, тут есть Эрик Стар. Это тот, которому я могу писать? Эрик Стар — это основатель. Эрик! Блядь, он морозится. Эрик Стар, он основатель, и ему лучше не писать. То есть, ну, он вряд ли ответит. Эрик, он, может, ответит, но не скоро. Если получится, я тебе так поставлю такую вот картинку, всуну палец, такой показывает вверх или вниз, наоборот, типа. Честно, ну это некрасиво, не есть хорошо, если может кто-то ему передаст. Это по-свински. Я неделю целую, прикинь, купил, короче, бизнес в ГОСе. В ГОСе. Я захожу, смотрю, там бот, блядь, стоит, сука, но он не управляет. Я не могу им управлять. То бишь, он типа как бы. Чужой какой-то, сука, левый зашел и сидит тут, блядь, бабки воротит в моем бизнесе. Ну, как бы так. Но это в ГОС, я из ГОСа покупал, понимаешь, здание. И там бот реально есть. Ну, а, скажи мне. А. Окей, я ему напишу, мы с ним просто в неплохих отношениях. Плохих? Напиши мне в неплохих. А. Мы знакомы давно. Ну, можешь ID мое записать. А, не надо ID, скажи мне свой... А, ну, ник я твой знаю, Виталий Савицкий. Скажи мне ID бизнеса. А, я прошу прощения. На ключах. Савицкий, просто. Савицкий. Чуть-чуть, да, там немного это... Да. Короче, припозорил ты меня перед подписчиками, капец. Номер ключа, да? Да, номер ключа мне скажи. Смотри, это Ваня, а бот уже заработал? Что? Бот заработал уже в этом автосалоне. Да, все уже заработало. Уже продали. 24-13. Да. Машины можно по ГОСу продавать. Слушай, да, короче, да, запиши ID 2413, да? Угу. Смотри, оно находится возле маленькой Италии. Смотри, я так понимаю, вот эти... Ты ж там не замешан был нигде в БУ, вот этих вот частных рынках? Нет. Сука! Ну я матерюсь немного реально. Они будут отсасывать теперь по полной. Прикинь, по сравнению с этим вот реально админским вот таким рынком, то есть вот и серверским, да? Естественно. Прикинь, вот это. Я просто смотрю, вот скрины вылаживают пацаны в ВК там. Там понакупали, покупали, короче, вот этих вот дорогих тачек. И теперь не могут их сплавить. А здесь реально, ну, реально, ребята, респект и уважение тем, кто придумал такую тему. Блять, ну только вот смотрите теперь какая херь. Тачки собирают. У меня с интернетом проблемы. И у тебя там вот серф. Да, а, это серф. Сейчас денег потеряют. Ё-моё. Ну сейчас подождем, это наверное ничего страшного. Загрузка и скорее всего все вернется. Они отключили бы рынок, потому что можно продавать машины по ГОСу. Нормально. Как казино, неизвестно, когда откроют у меня знакомый хелпер, у него он взял 1000, а сейчас продал его за 1.5 миллиона. Охренеть. Подожди. Это я. Блять, я про. Слушай, а ну скажи мне, пожалуйста, ты как предводитель вот этих вот ковбоев своих. Давай сейчас поедем на полицейских тачках, отожмем мне, лично мне, М5 Е60 на халяву. Я себе поверишь, Ваня, если хочу М5 Е60. Я готов сейчас взять у тебя пистолет и кому-то в задницу его всунуть дулом, блять, и выстрелить, забрать его машину BMW М5 Е60. Я просто теку, когда вижу ее. Реально классная модель, кстати. Я вот на ней попробовал, протестировал, охеренная. Вот. Как бы так вот. Ну, сегодня подписчики будут охеревать, родители будут детей отгонять от монитора, кто вот смотрит. У меня, в принципе, мало подписчиков, но просто что я здесь сегодня матерюсь реально, я такой вот, как-то какой-то злой такой. Это. Но самое главное, что я сегодня с людьми, вот, как говорится, такой, с компанией хорошей общаюсь. Мы сейчас пишем видео на паузе, такое у меня стоит, типа,
О, какие-то мегабуйтики пошли. Подожди, у тебя идут мегабайты, у меня что-то вообще на месте стоит. А у меня тачки, да, кстати, пары. Да. Тачки слетели, модельки, но сейчас после прогрузки, скорее всего, вернется. Уже все. Пока это, насчет казино, что-то неизвестно, когда его открою. Уже открыли. И открыли, это он на старом месте, оно, да? Угу. А, то есть можно уже ехать и бомбить бабки? Да, но бомбить бабки вряд ли получится, потому что они исправляли, скорее всего, ту штуку, что очень часто выпадали призы, пускай и крутится этот круг дюшок. Ты на зависоне, да, стоишь, то есть? Вот, вот, все отпустило. А меня вообще выкинуло. А меня отпустило. У меня прогруз какая-то вот только пошла. Вы достали все АФК стоять? Так чё мы стоим АФК, если мы... Я не знаю, чё вы стоите. Все бегают, уже уезжают. И меня выкинуло, копать и грузится. Ой, офигеть, тут возле казино какая-то дичь творится. Иван, да? Уважаемый предваритель копов, скажите еще, пожалуйста, у вас есть Кто у нас есть? Спорткар есть у вас полицейский. А, есть, да. Такой. А ну, это что у вас там за моделька? У нас Lamborghini и Getter. Ну, Getter мне не интересен, я как бы его уже раньше видел. А Lamborghini, сколько она у вас топит? Она топит быстрее, чем оригинальная. Там стоит какой-то просто нереальный чип. Стоит какой-то нереальный чип, что она едет там больше 400. Спасибо, вы меня обрадовали. Я думал, буду сваливать от ваших подчиненных. Ну, думаю, я буду лучше пешком бегать от ваших подчиненных. Это я ее имеют право использовать только, так сказать, представители СВАТ. Так что да? Обычные патрули не могут на них ездить. Вань, а вот такой вопросик. Вот раньше у вас был там вход через крышу, я нашел, короче, понял. Можно было с моста перепрыгнуть вам на здание, на полицейский вот этот, вот, через крышу проникнуть. А сейчас убрали это, спалили, что ли? Да, потому что очень много на НРПшниках. А, да, ну я тоже признаюсь, я там пару раз это прыгал, так, бегал по полицейскому участку. Любопытно будет. Все, я заработал. У меня что-то на 26 зависло, из 50, что-то. Ну теперь жди. Так, Сёма, короче, как можно быстрее сейчас от нас петляет, думает, а мы пока мисс в это. Мы пока. А, он уж. Да. Он думает, мы пока прогружаемся. Спетляю. Ну конечно, я бы хотел спетлять, я бы уже уехал. Так. Все, я в игре. Вань, ты где там вообще? Я в казино сейчас нахожусь. А что, ты пробовал бомбить или нет? Да, пробовал. И чё? Не, раньше казино было отлично. Это сутки. Пятихаточку поднял разы. Так, сколько появились? Чё, поехали в казино? Так, подожди. А Виталий здесь, на месте? Угу. Он рассматривает лимузин. А что там, Вань, в казино вообще толпы много? Ну, нет, не так много людей. А что там онлайн, там у нас вообще 56 человек. А ну скажи, пожалуйста, стоимость сейчас там, что там билета? Так же, как и было, 3 косаря? Нет, 5. А, 5 уже? Да что-то я играть не хочу. Слушай, я так понимаю, они немножко начинают... Стой, назад, ну, Сёма, назад. Я так понимаю, они начинают заводить уже второй, как говорится, город, да? Да, они введут еще ESF. А, еще ESF, вот это круто. Слушай... А что они так вообще торопятся? Онлайна толком нету еще. А, это ты... чьё-то уже. Это, кстати, Виталия. О, да. Ты продал... Эвентадор? Нет. Я вообще... А что ты мне сначала скажи, что там? Да нет, это же мой был. Ну да, нет, но это я помню, да. А что, ты мне хотел что-то подсказать вообще? Да нет, просто спросил. Я как бы... В плане того, что я задумываюсь, как бы я сначала думал, а теперь я...
уже не думаю его продавать, потому что у него элементарно бесплатный ремонт. Это для меня очень даже. Я как бы немного криворукий на этом Авентадоре. Я вот еду, меня где-то перекинуло, перевернуло, блядь, перекосило. Вот как вот Сёма едет. Ну, блядь, ну спасибо, дружище. Ну, я просто кайфую, ты красавчик. Уже третий раз с машины вылетаю. Ну, зашибись. Короче, это. Реально, ремонт бесплатный, я не это. Я не хочу его продавать. Он мне реально понравился. То есть, как бы вот. Там где-то постал не в том месте, там копы подъехали. Ну, полиция подъехала, я резко газы испетлял, и они меня не догонят. Ну разве что. Возьми из машины покупай, ешь. Если спецподразделения за мной будут гнаться. Эх. Так, мы сейчас едем к тебе, короче, Ваня. Казино? Да. Мы как бы... Ребятам, кстати, ребят, если я не ошибаюсь, может, меня сейчас кто-то исправит, у вас, если есть автомобиль, к этим частным продавцам не езжайте. Я понимаю, что у меня будет куча дизлайков под видео, но все же не езжайте, едьте сюда. Здесь вам компенсируют, когда вы продадите, вам дадут 80%, если не ошибаюсь, от стоимости автомобиля, да? Да. Ребята, езжайте сюда, пишите. И в первую очередь продавайте М5 Е60. Вам не послышалось. Виталий. Не, наоборот, покупайте лучше. Не надо покупать, продавайте его. Мне, ну, я реально хочу себе М5 Е60. Я просто потеку, когда я на нее сяду. У меня просто денег не хватает на нее. Как бы. Ну и я лучше сейчас. Виталий, хочешь опять умереть? Я пристегнутый, не гони. Сколько у него будет вообще? Что? Е 60 какое? 160, по-моему, потолок. 160 или 150 или 140. Что-то такое. Ну то есть где-то, я думаю, тысяч. Блять, мне, в принципе, парнишка в ВК предлагал за 100 тысяч. Я что-то, блять. А, мне как раз дашь, мне доступа не было к интернету. Это как раз когда залагал сервер, я вот не смог. Все, он помнишь, куда ехать? Ваня. Да. А скажи, вот еще, ребят, у меня там тоже вот человечек спрашивал, что нужно для того, чтобы автомобиль чинился бесплатно? Нужно поставить чип. Он стоит? 300 тысяч. Это их вот смотно, да? Чип по 300 стоит, да? Что? Это чип по 300 стоит, да? Чип стоит 300 тысяч, да. А если 2 ставить, это 600, в общем, да, получается? Да, да. А какие чипы есть? Вот можешь подсказать, или ты не сильно в курсе? Нет, я в курсе. Просто чипы, смотри. Первый чип добавляет вроде около плюс 20, плюс 30 километров в час к максималке. Ой, крутой, нахуй. От стандартной. А второй чип добавляет плюс 20, плюс 15, где-то так. Ага. Уже к тем, что есть. То есть первый плюс 30, второй при плюс 20. То есть в сумме за 600 тысяч вы получаете прирост максималки где-то на 50 км в час. Ага. Ну это примерно очень. А что стоят, сколько, какие стоят на Авентадоре? На Авентадоре? На Авентадоре стоит... Ты что, охерел? Ну вот Авентадор едет примерно, ну вот разгонял я его до 385. Ладно. Ага. Так. Косарь дай ему и хватит. Ну да, это понял. Короче, я проиграл все деньги, лучше не начинайте играть в казино, там они поправили эту систему, теперь выигрыш очень редко. Угу. Тогда мы сейчас хоть поедем, посмотрим, что к чему как. Лучше не советуйте, ничего не изменилось, все те же автоматы. Там, не переживай. Если что, я кусок видео вырежу, как они вот это тебя таранули. И пиздец. Они больше нет. Езжай с Богом, все. Езжай нахуй. Опа. Фрезы возле ЛСПД пропали, это хорошо. Да, фризов нету, отлично. То есть уже не лагает вот это возле мэрии? Нет, не лагает. Ну как, такие немножко подвисания есть, но они прям вообще незначительные. Вообще есть, честно.
Вот так это отлично. А это... Обоссал. А, вон он. А, вон он. Иди сюда, ты знаешь, кстати, вот я сейчас, в принципе, сижу сбоку, но меня, можно сказать, не, ну, не так пролагивает, как раньше. Стём, да нахрен тебе эти отсосы малолетние. Я его запомню. Мне на геле колеса нужны. Так, я вот запомнишь видео, будешь включать, смотреть. Я от гелика колеса сниму, поставлю себе на М5. Слушай, Ваня, а что ты там с дисками ты тогда нашел? Что с дисками, в смысле? Ну, у тебя там диски, короче, помнишь, спиздили? Я приеду. А, да, мне Касум дал диски. В смысле, диски можно снимать? Да, можно. А как это все делается? Снимается ли? Как диски снимаются? Да. Зачем вам это? Нет, я хочу с гелика снять диски. А, хотя подожди, это любой сможет сделать? Нет, по-моему, механик. Нет, это может сделать любой, если у него есть. Если у него есть. Не лучше не разглашай, честно. Лучше давай побережем, как говорится, нервы других игроков, у которых диски стоят нестандартные. Не на запись, короче. Да, то лучше нам лично скажешь. Это, походу, ставил какой-то гений, который мне мою кобру навсегда поставил на штрафстоянку. Короче, у вас там, я так понимаю, такая завязка, история там воины, бандами, короче, там у вас друг на друга зуб стоит, да? Сегодня с бандой воевали. Как, чё, к чему? Да, чё было, есть банда, которая разъезжает на черных чарджерах, и мы сегодня с ней пытались воевать. Нихрена себе. Да, ну типа полиция, да? Да. Попробую пустить пятнашечку. Охренеть. Ну короче, что, сложно вообще? Все это? Ну не просто. Ну... я вроде могу выкупить кобру. Секунду. Слушайте. 2575. Угу. Если тебе денег нет, то я могу тебе дать. У меня есть. У меня последние 20 тысяч. В банке. Ну, дело в том, что и даже если у меня будет ноль, у меня не слетит ни машина, ни недвижимость, потому что я не плачу налог ни за машину, ни за дом, ни за гараж. А ты служащий, да? Нет. Я там просто немного другая система. Ну, тогда лучше не будем углубляться, чтобы люди не харились, там всякую херь не писали за... Миш, скажи, пожалуйста, какую кнопку жмакать, я хочу просрать 5000. Аш, кнопка R русская. Ага. Да, аш. Так, а ты делай. Аш английская. И, ребята, держим все кулаки так серьезно, так держим. И я сжимаем так в кулаки я тоже. Я в банке на данный момент нахожусь. Что? Ничего. В банке снимаю 15 тысяч. Ага. Пипец. Да ну, я не хочу, честно говоря, играть. Сейчас в садик. Так, Ваня, а ты где находишься? Я нахожусь в банке. Сейчас поеду, выкуплю свою машину в ЛСПД. А я сейчас... О, косарь мне упал. А, это процент. У меня 1027. Написано процент в банке 1027. А, прибыль у меня 948 долларов. Слушай, payslip вот это, да? Payday, я так понимаю, не говорят ли ребята. Это то, что пособие, оно раз в час будет приходить. Да. О, пиздец. Я за день буду за сутки иметь 24 тысячи долларов. Нормально, могу не работать. Так тебе нужно весь день в игре находиться. А я не буду выходить. Я с утра как включил игру и буду, пошел на улицу, уеду где-то куда-то в село на неделю. Я выключать компьютер не буду, уеду. Приеду, у меня будет бабки, я буду миллионером, блять, буду покупать Хураканы, Ламборджини разные, буду ездить. Жизненно. Ваня, вот сколько с миллиона примерно процент будет? Что? Миллиона, сколько капать будет примерно? С миллиона капает где-то 2500. Это за сколько времени? 20 или полчаса или час? За час. Подожди, смотри, у меня в банке 117 тысяч, и мне капает 1027.
А чем больше денег в банке, тем меньше процент. А ты что думал? Так можно закинуть 10 миллионов и... Это да. Блин. Не, ну видишь, по-умному, в принципе. Вот честно, я не рекламирую, я просто говорю, на SSD система больше, такая вот детская, да, чуть-чуть. А вот здесь, как бы, более вот... Ну, блин, мне реально нравится этот сервер. Не, ну а почему? Смотри, вот, допустим, вот, если в реальной жизни... Направо. Вот, ты чем больше деньги в банк вложишь, тем больше тебе процент соответствует. Не процент, а сумма. Видишь, ну как в наших, у тебя в стране, Миш, у меня в стране, банки наебывают, любят, то бишь, ты захерячишь, что бабки охеренные, они либо обанкротятся специально, короче, бабки тебе не отдают, либо еще что-то, то есть, ну, никто под тебя плясать не будет, поэтому так же самое здесь, вот сюда вставай, 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 Сём. Вот, дело видишь? В том, что есть вот это Сбербанк государственный, вот он. Вот. Вот посмотрим. Короче, у меня вот, кстати, находится вот эта хата моя. Вот даже нажми F, посмотри, это моя. Вот я это открою. А, так они нихера, они чё, охренели, залезли без разрешения моего. Вот и убрали. А чё и нет. Вот смотри, это моя хата. Вот там паскуда стоит, бот. Прикинь, реально, Ваня, бот стоит у меня в помещении, и он продает кому-то непонятно кому. Но мне кажется, это могут быть и старые какие-то мутки, это, блядь, какого-то игрока сделал. Ну, мне так кажется, честно. Ну, хорошо, я куплю печеньку, $35. Ну, я что? Тебе дал печеньку. Охренеть, у тебя бот затихнет. Но здесь никто и не найдет. А я не могу увидеть контакты, то бишь у меня написано просто владелец двоеточие, номер телефона двоеточие, телефонная, электронная почта двоеточие, имя на форуме, в скобках, хай, я могу передать ваше сообщение босс. Сейчас я напишу, что, блядь, босс, ты мудак. Подожди, Виталий, знаешь, какой прикол? Тут два здания продаются разными кусками. Может, ты просто один кусок купил, а это уже было куплено часть. Так не, да. Видишь, оно ж... Так а что, я купил эту хуйню и типа через... Да не, ну это что-то не то. Да нет, тут есть, я тебе говорю, такой прикол, то, что здание кусками продает. Да ну это печально. Ваня, правильно говорю? А, нет, не может быть, потому что смотри, здесь входов других нету, Миш. Здесь проходов, входов, переходов других нету. И вот у тебя вход. Вот. Ну, это мой вход. Я когда сюда заходил, в этот сарай, у меня сразу было типа предосмотр. Я вот зашел, просмотрел, у меня там 60 секунд было, все. Вот, зашел, у меня уже 60 секунд отсчет был, короче. Пинается вот эта телочка. Так, дети закрыли глаза. Смотрим. Вот смотрим теперь, мужики взрослые. Сёма, не смотри туда. А, ты смотришь на машину, смотри на машину лучше. Так. Вот видишь, даже сюда заходишь, sound group ins. А сюда заходишь, вот даже не здесь это видишь. Это офис. Studio Office, нажмите F, то есть входите, заходи сюда. Как бы не написано, чей, кто владелец, то бишь это значит хата вот это ж моя вся. Чё ты, Вань, выкупил машинку? Да, выкупил, с помощью админа. Так оно сейчас так, и сутки, да? Если у тебя машину штрафцент забирают. Да, 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 сутки. Так, и 2500 штрафа. Где вы, я к вам подъеду? Мы ну, сейчас возле Малибу, это, блядь, желтый. Давай на автошколе тебя подождем. Давайте, сейчас буду. Только тебе дать кончик? Я ему давал, он не жрет ни хера. Экономный, да, какой? Я хочу умереть молодым и голодным. Ладно, ну тогда я тебя пристрелю. Во-во-во, да-да-да. Я уже поел, все, я уже наелся, я уже не голодный, я живу. Знаешь, какой черный пиар будет? Сёма, не позорь меня, езди, пожалуйста, правильно. Сейчас гражданин полицейский приедет, начальник. Да, я сейчас штраф выпишу. Здесь стану, всё. Законом не запрещено. Так, ладно. Париж, где хочешь. Слушай, Ваня, ух ты. Да. Ух ты. Ретро-автомобильчик. Спойлер воткнул, правда, колхозный немножко. Это ж по сути не ретро, это как бы сейчас наши, как говорится, ходко, просто его сделали как бы, да, такой под ретро. Я так думаю. И какого оно года? Я не помню, в автосалоне написано, это старый. 65-й, да, это старый.
Слушай, Это... когда вернут вот эту хрень? Ты не в курсе, не слышал, когда вернут вот эту хрень, что ты выходишь, а машины остаются? А, не знаю, как пофиксят все с фрезами. Что это реально неудобно. Ты, бывает, приехал, поставил так машину, как ты, да, вот поставил. Тут какой-то чертяка заходит, его машина влипает в твою. Это хрень. А вы машины не пропадают, если их в интерьере оставлять? А, ну у меня в гараже стоит, да, нормально, я, как говорится, На улице, да, вот это. И советую еще поставить автопарк, чтобы она вообще не пропадала. А как это? Упс. Садитесь в машину, и там под спидометром будет, там где значки разные, там один из них автопарковка. Машина сохраняется там, где вы вышли. То есть как только вы заходите, она вместе с вами появляется. Ты. То есть я могу где-то выйти из игры, где-то здесь. Зайду, она появится здесь, да? Ну да. Типа прикольно. Опачки, тапочки. Все пиздец, пацаны, на колени. Это. Блин, ребят, самое главное, вот как говорится, вы услышали некую информацию интересную для себя, положительные какие-то эмоции будут, не негативные. То есть, ну, факт в том, что ребята работают, админы. Блять, но они, сука, работают для других игроков, для всех. А для меня никто не работает. То есть я вот Эх, такой. пропала. Я был Бляха таким. пропала. Кто пропал? В А. смысле? Ну это кто? Не, ну кто-то. А, твоя, типа? Она точно твоя? Да, тебе ид сказать? Да не надо, я же не ФК админ. пиши. Это. Ну опять. Да, видите, вот в принципе, БУ рынок. Ребята, езжайте на БУ рынок, пихайте туда тачки. Ну, пожалуйста, М5Е60 продайте. Я хочу купить ее реально, но чуть-чуть дешевле. Потому что денег у меня реально 117 тысяч, но, блядь, мне надо чуть-чуть дешевле, как говорится, жить за что-то, за какой-то вот макар. Ну, кстати, вот хороший гражданин, госслужащий, в случае чего обращайтесь к нему, ну, как говорится, не за какой-то дурней всякой, я вот по теме там, нас там остановили не по теме, что-то, ну, он такой, что может, в принципе, помочь нам. Да, у меня объявление есть для всех. У меня некоторые мои подчиненные, так сказать, не сильно послушные. И если вы увидели какое-то нарушение с их стороны, РП процесса или чего-то в этом роде, делайте скрины, там записывайте видео и скидывайте мне это все ВКонтакте или в тему на форуме. У нас есть, у нашей организации тема. Вот, вы услышали, да, информацию, ребята, не харьтесь, старайтесь, как говорится, все культурно подойти, это все взвесить, все это, ну, то есть нормально, забабахать и человеку отправить файлы, блядь, и, ну, будет это замечательно, а не так, как вы там отправляете, бывает, я смотрю, я смотрю, захожу, у меня, блядь, мозг кипит, меня кровь в глаза наливаются, когда я вижу, как люди скидывают скриншоты, там нарушения типа, а там нихера, блядь, нету просто, там не видно. Да, так и есть. Так, да, то есть Виталий, там. не хочешь проехать со мной в банк? Я сниму немного денежек, хочу купить мотоцикл себе. Поехали. Почему-то у меня возникло О, такое желание. ребят, мы вас ждем в этом, В банке. в банке. Номер РКХ 387. Немножко нарушим правила. Ребят, я так, я А, это. Я Так хотел не спросить. делайте, не берите с меня пример. Вань, Да. я хотел тебя спросить. А вот у меня как бы машину на штраф увезли, да? И мне пришлось 20 тысяч платить за нее. Это нормально? Это когда? Вот сейчас. А, вот в таких случаях не плати и обращайся или к администрации, или ко мне. Ну я заплатил, это уже было давно, в принципе. А, Это вот. давно? А насколько давно это было? Недели Другое две имя назад. написано. А, ну, при мне такого нету. Это был старый лидер. Ну, ни к оскорблению будет сказано, не сильно РПшный. Сейчас все машины ставятся на штрафстоянку только на Закрываю. один день и только под штраф в 2500 долларов. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что контролировать я, как вы понимаете, всех не могу. Да уж. Ну, ребят, в случае чего связь можете держать, даже как связь держать. Можете в случае чего там не написать, может что-то это.
Конечно, да. Да, я уже к Ивану обращусь, я просто просмотрю ваш, как говорится, этот жалобу, может быть, он меня послушает там и что-то придумает. Как бы так. Все, поехали, если в мотосалон. Давай. Куда она поехала? Вот, как он ее забрал? Хрен нужен. Пристегнитесь, Виталий. О, прошу прощения. Вот, все, я даже... Вот здесь вот такая ситуация. Смотри, у нас машина сейчас стояла тут. Все, вот она пропала, сейчас там ТПшник ее, а тут тип какой-то сидел ухо за рулем. Скорее всего, этот тип сам попросил телепортировать свою машину, а админ телепортировал вашу. Видимо, попутал ID. А как он на нее сел? Он сейчас вышел ее и просто закрыл. Так машина, наверное, закрыта была. Ой, открыта. Админы могут закрывать и открывать автомобили. У меня прогулка какая-то пошла нехорошая. Ты же сам видел, она стояла рядом, раз пропала. Ну да, наверное, админ случайно телепортировал не то. Охренеть. Нормально. Вы в банке, да? Нет. Ты на байках, вот эти байки тут продают. А, все, все. А, возле автовокзала тут рядышком. Так, я знаю, где байки. Ну что ж, Иван, давайте посмотрим. Да, я хотел приобрести или Ямаху, или вот этот Кавасаки. Вот, я вот думаю. Кавасаки это зеленый с черным, да? Да. Нет, я вам Кавасаки. Скажу, знаете что? Кавасаки мне не нравится. Мне нравится. Кавасаки. Вот. Сёма, ты куда поехал? Яхама это мне нравится. Подожди, ДТП. Я взял тест-драйв. Блин. Эх, Лендер, да, покупки нажмите. Не, ну Кавасаки, конечно, ой, Кавасаки, Ямаха посимпатичнее смотрится, он такой более... А Кавасаки, он такой более какой-то открытый, такой как будто бы... Нам где грузчики надо? Да, все, вспомнил. Я просто перепутал с другим сервером. А Сёма нормально тут, пол города разбил. Ага, в смысле, он по встречке ехал нормально? Дрифтер. Не доделан. Ваня, я не знаю, попробовать этот вот черный с белым. Ну не знаю. Ямаха R1 или Кавасаки? Ямаха с YZF. R1. Сейчас. Я хочу поехать посмотреть еще автомобили. Блин. Вот так парковаться. В экономном и в обычном автосалоне. Кстати, там уже фризов нету, да? Я не уверен, может и есть. Через забор пушь. Ой, я пристегнусь, да. Я ж забыл. А, сейчас я даже сделаю вот так. Блин. Я дверь закрою. А, не закрою, ты закрыл машину. Сейчас я дверь закрою. А то я еду с открытой дверью, это как-то ну, нехорошо. Че? Ямаха МЗФ? Ну да, все. Виталий. МЗФР 1 или... Ребята, там бумажку оставил под мотоциклом, посмотрите, там написано... Ася, фризы есть, видишь? Я там записку оставил, куда мы едем. Там написано в записке, то, что мы едем в дешевый эконом-класс этого самого автосалона. Так, все, пора выезжать отсюда. О, да, здесь, кстати, фризит, ёпарэсэт. Здесь просто ужас какой-то. Жёстко. Так и осталось это все. О, все, видишь, кусок, который вот не могу понять, почему. Ну, значит, поедем, посмотрим в средний автосалон. Это там, где BMW, да, много? Садись за руль. Тут надо ехать медленно, чтобы не ходить. Я не знаю, где они вообще. Слушай, едем теперь мы сейчас, короче, Миш, там, где X6. Подожди, она у тебя заведена? А, не заведилась. А, ребят, мы проезжаем возле вас недалеко, если вы на мотоциклах. Мы на мотоциклах. Ну вот, перед вами пульверизатор этот баллончик зеленый, а вы мы вот справа от этого баллончика, вот от этой вашей ручник жопы, синий. Справа едем от вас. Я вас вижу, вон вы стоите, кстати, мы проехали мимо, поехали дальше. Сейчас возле заправки поворачиваем, потом опять. Прямо и направо. Так вы куда, на средний автосалон едем? А, мы на СТО заехали, где баллончик зеленый, прямо возле желтой точки. Потому что я немножко разбил все фары. Нормально у тебя все показывает.
А с капота мяты похернулся. Домиком. Ух ты. Что-то не... О, во. А то она чиниться не хотела. Все, было так и есть, без изменений. Да сейчас нет. Во. А что у тебя сзади за железки торчат такие? А это сама моделька с такими была. Спойлер я поставил. Я выбрал самый менее колхозный. Ну, он вроде сюда подходит. Подожди, по а мне. Где он? Спойлер? Да. Ну вот, смотри, сзади на багажнике. А сверху? Да. Я это хрустик едет впереди. Что? Я его не вижу. У тебя его нет? Прикинь. А чё, как так? Не знаю. Должен быть. Хотя на Ламборджини у меня иногда исчезает, иногда появляется спойлер. Я же вообще ничего даже не менял, ничего не это. Говорится, как была она, так она и осталась. Блин, всё, не поймут. Или я отвык от такой BMW, но что-то вообще на поворотах. Да, кстати, она заниженная стала. Повороты еле входят, ух ты, ну. А почему она заниж... М5F10, нет. Вот Е60, паскуда, какая она красивая. Она здесь есть? Да, вот в этом салоне, кстати, она есть. А, кстати, я сейчас ее даже возьму, на ней проедусь. Вот возьми, ты тоже проедешься. Пока вы там проезжаетесь, я, наверное, передумал, поеду закину деньги обратно в банк. Ой-ой-ой, я... сколько тебе не хватает денег? Да нет, у меня все хватает, я просто передумал. Не хочу покупать. Виталий, а у тебя сколько не хватает еще? Да прекращайте, ребят, я возьму лучше БУ, не надо это, Миш, серьезно, держите деньги лучше сейчас это, нам лучше пригодятся где-то какое-то дело. А ну сейчас, секундочку, хоть посмотрю, сколько она стоит, блин. Сёма, ты взял это, забрал этого работника. Посмотрите, я вылетел или нет? Нет, ты сидишь в машине. Нет, ты сидишь. Странно, у меня черный экран. Е60-я, её цена... 130, она вообще дешевка по сравнению с 10-й. 150. Что? Я тебе отвечаю. Короче, рассказываю такую ситуацию. Я перевернулся на этой машине, тест-драйв, да? Нажал закончить тест-драйв. Потом машина взорвалась. И я оказался в больнице. Офигеть. Самое интересное, машину заглушил. Тачку вот. Заглушил, жаль, конечно, печаль, беда. Ваня, ты меня сможешь забрать? Ваня, ты передай, ты вылетел или уехал? Ну, да, Ваня вылетел. Я вылетел. Черный экран, что же это, что ты исчез? Черный экран смерти, однако... Да, не очень все. Это тут домка у нас недалеко. Блядь, я меня вне... еще раз. Я бегу пешком. Ребят, я хочу вот эту вот машину. Это пипец. Кип на велосипеде, надо было решать у него. Тест драйв. Проедется Виталичек сейчас на тачке, как классно. У нее звук, именно. Она прям так, именно, так и просит. Это вы слышите, как она вот так, вот прислушайтесь, 3 секундочки. Я вот вслушиваюсь в этот звук, и там она просто просит, Виталичка, купи меня. Вот так вот, да. Она реально классная. Вот этот звук, да? Тихо, выключи, что это такое? Самолет. Это... Я забыл предупредить, я просто живу рядом с аэропортом. А, в смысле? Не понял, ты в реальной жизни? Да. Подойди, Ваня, вот это Александр, вот это ты говорил, это подойди именно к девочке. Это прямо рядом с аэропортом. То есть это реальный самолет только что пролетал? Да. Не, я понял, имею в виду от Ростова или Таганрога далеко? От Ростова? Да это Ростов. Это Ростов? Да. Александровка, это Ростов. Фу, бля, я испал, думал, бля, чё за 50 километров. И что так гнать? Ну, вот ты шо. И как, ну, нормально по ночам спится? Да нормально, я всю жизнь тут живу. Ну, а так что все в порядке. Вроде бы не жалуюсь пока. Еще такое, ребята, объявление, да. Я теку от М5 Е60. Подскажите, в таком вот где-то варианте, вот где-то вот
в такой вот сумме, что можно еще, что вы можете посоветовать? Только я хочу классику, я не хочу двухдверный автомобиль, я не хочу Range Rover, я не хочу... Вот мне Мерс, в принципе, неплохо нравится, но что-то еще, может, классику какую-то. Просто посоветуйте. Ну вот, я пока остановился на M5-60. Я вам сейчас все мозги прожужжу, блядь, за M5-60, пипец. В принципе, 130 косарей на новое стоит. Может взять ее новую, блядь, как говорится, неиспользованную, знаешь, такую вот чистую... ПУ, да? Я советую подождать открытия БУ автосалона и там присмотреть себе. Ну подожди, он открылся, ты имеешь в виду типа подождать некоторое время просто? Нет, он закрылся же уже. А, опять? По времени. Они его закрыли, потому что автомобили продаются по госцене. Ух ты. Надо работать. Миша? Да, на доработку. Ты профукал свое счастье. Я профукал свое счастье. А ты профукал, кстати, да, ты... Смотрите, ребята, да, он это... Держите, пока не сдержите автомобиль. Если хотите, если у вас есть M5-60, продайте мне ее сейчас. Если нету, то, конечно, держите автомобиль и сливайте ее в государственную, короче, как говорится, государственный бэушный автосалон. Бэушный автомобиль, то есть, не бэушный автосалон. Как Иван. Добежал. Иван. Да. Не, даже, да, вот. Я уже подключаюсь обратно. Человек, как говорится, херню не под... на херню не под... Давайте, наверное, подождем, потому что... Конечно, не посоветуют, конечно. Я не могу советовать фигни. Да. Так что... Возьми мою F10. Купить твою F10? Гелика купи моего, да. Ой, за сколько гелик продаешь? Да, ну я вообще хочу 200. Это нормально, как ты думаешь? Да, я же гелик продал за 200. Да, да, возможно, вполне понятно. Тип тут ВК1 писал, тут такое, у него реально цена 150 был взять. Я говорю, да ну, нет, нет. Ну я чипово... Видишь, тут, как тебе сказать, тут на фаната, вот чувак у меня лица, это белый какой-то там охранник, блядь, ебать его мать, купил за 200, говорит, беру за 200, а я думаю, если бы ему сказал бы 250, он мне за 250 купил бы, наверное. Нет, не купил, это больше госа. Но факт в том, что он купил за 200 у меня гелика, то есть это по фану. В принципе, я думаю, с парнишкой тоже с тем пообщаюсь, может быть, у него ту сумму, которую он мне предлагал, я ее заберу, пятерку просто, и все. Она мне нравится, реально. То есть, вот человек, знаете, вот, а те, кто предлагают там 150, 110, как мне предлагали, вообще 100 мне предлагали, это... Ну, нет, это не серьезно. Да, да, предлагали мне, ну, то есть, БУ рынка, ребята, у вас сейчас... Как говорится, вы должны покраснеть, должно быть вам стыдно, то, что мне хуйню регали. Ну, короче, факт в том, что предлагали мне такую дешевую сумму, но меня купили. И так само вот есть такое, да, а вот просто перекупы, они сбивают цену, потому что им надо наварить хорошую сумму. Вот и все. Что, ребята, не спешите продавать этим перекупам частным. Берите это. Я чувствую, они меня завтра переловят, сожгут мне машину мою и все. За то, что я такую херь молочу. Короче, ребятоньки, я буду с вами на этом серию закончим. Как говорится, спасибо за просмотр. Тем, кто понравился, ставите лайк. Если вам это самое, как вам сказать, понравилась обновка, да, тоже ставьте лайк. Ну, как говорится, если вам понравился новый полицейский, да, глава полиции, ставьте лайк. Если вам понравилась езда Семена, ставьте лайк. Если вам понравился просто такой брутальный Миша Таган, ставьте лайк. Короче, в любом случае ставьте лайк. В любом случае ставьте лайк. Все, ребятоньки, пока-пока, спасибо. Вообще без вопросов, да. За то, что смотрите. Все, покеда.